Девчонки, всем привет! Как вы поняли уже из названия видео, сегодня будет обзор на мои покупки. Буквально вот я их совершила из магазина Fix Price и магазинов шаговой доступности. И чтобы долго не затягивать прелюдию, девчонки, поехали! Первое, что купила, это были вот такие вот ватные диски Пушинка. Как я уже говорила, я не зацикливаюсь на каких-то там их свойствах, мне нравится их использование, цена, качество, в принципе, очень даже устраивает. Следующее, что купила, это были ватные диски 200 штук от фирмы Bella, тоже вроде бы неплохие, но это такой расходный материал, на который я вообще просто не акцентирую свое, собственно говоря, внимание. Следующее, что я купила, это были покупки из магазина Magnet Cosmetics, это их губки для тела нежные, Мастер Блеск. Использую их ровно неделю, а потом просто выбрасываю, потому что считаю, что в губках для тела, ну, очень уж сильно, если ее долго использовать, то там просто, как мы все знаем, копятся остатки нашей кожи ороговевшие, которые мы отшелушиваем, и просто начинают размножаться бактерии, и, собственно говоря, поэтому их очень часто меняю. Вот, это то, что было из магазинов шаговой доступности. Следующее, это были покупки из магазина Fix Price. Ах да, забыла сказать вам то, что в магазине Fix Price у нас уже цена не 49 рублей, а 50 в нашем городе. И поэтому сейчас я смотрю на магазин Fix Price и выбрать нечего, цена растет. Первое, что купила, это хозяйственное, это была батарейка. Ой, господи, какая батарейка, лампочка, энергосберегающая как бы, но меня, в принципе, она устраивает, я ее использую в коридоре, и все, в принципе, да, неплохая лампочка, хватает на какой-то период времени. Следующее, что купила, это было ко дню Святого Валентина, это вот такие замечательные наклейки, совушки, я просто стала в последнее время прям по персонажу совушка, прям вот мне нравятся совы, медвежата, прям вот мимимишка, прям... Очень-очень нравится, мне кажется, для того, чтобы украсить квартиру, к Дню Святого Валентина сделать своей второй половинке как-то приятно, такую романтическую ноту, очень даже, пусть по-детски, но очень-очень даже мило, мне понравилось. Следующее, что купила, не могла пройти мимо, это вот такая вот рамка, лов, естественно, под маленькую фотографию, она здесь у нас сделана из ДСП. Тут стекло, ну, неплохая рамка, посмотрим, что будет в использовании, 50 рублей. Вполне очень даже. Следующее, что купила, это я купила на работу своему супругу. Это вот такой вот блокнот для записи. Сделано под кожу. Тут листы, календарик на 2016 год. Сделано под ручку. Естественно, это все пластик. Ну, смотрится неплохо. Очень даже на рабочем столе, мне кажется, будет смотреться миленько. В общем, вот так вот. Следующее, это что я купила для своего мужчины. Это вот такой вот. Единственный, который был там магнитик Фумен, это вот такой вот магнитик с дяденькой, слава защитникам Отечества. И последнее, что купила, это вот такие вот резиночки, мои резиночки, провода, которые у меня были, по-моему, Invisi Bubble называются, или как, у меня ребенок их просто перегрыз. И зашла в Fix Price, увидела, что 4 резиночки за 50 рублей, думаю, блин, почему бы не взять? Зачем, если они точно такие же? Ну, в принципе, да, они такие тугие. Хорошие резиночки, это помягче резиночка, это среднечковая. Слушайте, они разные все, вот это вообще мягкая, то есть вот это вот тугая, это прям вот, ну да, они разные в принципе все. Ну не знаю, посмотрим, использование за 50 рублей, почему бы нет, вот. Это были все мои покупочки, девчонки, из магазина Fix Price, все брала буквально из кадра. Вот, надеюсь, вам понравилось, может быть, вы что-то для себя приглянули и побежите покупать. И... А я вам желаю хороших покупок, хороших скидок, выгодных покупок. А с вами была ваша Ира, всех люблю, целую, до скорого видео, пока-пока.